Итак, друзья, сейчас мы попробуем замерить пиковое значение магнитного поля в зазоре неодимовые сабвуферы. Посмотрим пиковое значение. Прибор ЭТД-86-20. Итак, мы видим 1100 миллитесла. Наверное, нужно включить холд, потому что цифры иногда проскакивают более высокие, но не успеваю посмотреть. Еще такой момент. Все вы прекрасно понимаете, что распределение магнитного поля в зазоре происходит неравномерно. Есть определенные всплески, ну, пики или, как бы сказать, и кое-где есть провалы. Более важно при построении сабвуфера это добиться равномерного распределения. Вот сейчас я веду по всей окружности. Не знаю, видно вам или нет. И у меня, в принципе, смена так, ну, происходит, конечно, но не такая значительная. То есть вот 900, 950, 1000. Вот. И проводя по всему контуру, цифра не меняется. Далее, если углубляться вниз, то есть в глубину, да, зазора, вот мы видите, мы пошли вниз, 1000, 1020. Это уже идет заглубление на сколько там? На 4 сантиметра. Вот она линейка. То есть я подвожу на максимальную глубину. 3,5-4 миллиметра, сантиметра. Не могу сфокусировать сейчас. Вот, линейка у меня разградуированная, и ею можно замерить. На щупе два сенсора находятся, которые делают замер параллельный, то есть, чтобы было более достоверно. Сейчас я видео остановлю, попробую поискать, вот видите, 2220. Я включу холд и попробую найти максимальное значение. Ну вот, друзья, максимальные значения, которые удалось мне увидеть при помощи гауссметра, это 1235 миллитесла, что вполне даже считается неплохо у специалистов, у сабостроителей. Вот, по постройке неодимовых моторов. Еще хочу сказать, что это предварительный замер, поскольку динамики будут, сами моторы будут модернизироваться. Ну, если получится, про модернизации я вам расскажу. Вот. И также после тюнинга мы еще раз с вами замерим индукцию магнитного поля и сравним, были ли какие-либо улучшения или нет. Всем спасибо за просмотр. Следите за видео. Кому интересно,
Спрашивайте, задавайте вопросы. Всем пока.